поиску так называемого «золотого поезда нацистов» подключили польских военных. В окрестности города Вałbrzych, именно там, предположительно, и находится тот самый состав, приехали саперы и специалисты по химзащите. Ведь ранее высказывались мнения, что кроме ценного груза, в вагонах может быть и опасный. Кроме того, не исключено, что они вообще заминированы. Сейчас местность оцеплена, солдаты исследуют почву. О результатах обещали рассказать на специальной пресс-конференции. Помню, летом появилась информация о том, что в подземельях Вałbrzycha обнаружен бронепоезд. Тот самый, который якобы вывозил золото рейха с оккупированных территорий. Это вызвало огромный резонанс и даже породило золотую лихорадку. В Польшу потянулись охотники за нацистскими сокровищами.